Так, мы оба жмякнули кнопень и... привет, дорогие зрители, это любопытный геймер Рыжик. Всем привет. И мы снова в Майнкрафт. Смотрите, что я построил на прошлой неделе. Это Giant Cocoon, как его называла Шерри. Блин. Нет, на блин это совершенно не похоже. Giant Cocoon, блин. Не имеет никакого отношения к масленице. Блины мы будем есть после. А где ты? Мы вдвоем сейчас с тобой лажать-то будем, да? Мы не будем это с бессмертными компаньонами-то меняться, да? Ты... ты жулик, ты просто пробежал и разбил все ящики, и их теперь должен собирать, чтобы они не пропали, да? Жучняра мелкая. Бе-бе-бе. А, и там обчистил, да что ж так? Совести у тебя нету. А сейчас нам будут из ракет стрелять, да? Ну давай, мы же вдвоем, помнишь, мы пытались тогда с разными этими... Вдвоем пытались и пополам пытались, в полтора. Нет, мы наоборот, мы с ними пытались, а я же сказала, что мы вдвоем сила. И когда мы с тобой вдвоем встали на одну платформу, мы как раз прошли. Два брата-акробата, ну давай. Сейчас я на карку ему ляжу. Так, ну ты давай, стреляй, снайперки, что ли. О, стрелять-то я не вижу никого. Ну сейчас увидишь. А пускай они с ними там развлекаются. Нам и так хорошо. Они все бесконечны. А, они там, хорошо. Хущ кто-то, ой, кто-то сказал хущ. Да чтоб ты, умирай. Умирай, животное. Чёрт. Fuck you, Spielberg. Ой. Так, не успел. Так, тебя убил. Ой, кто-то из РПГ тебя жахнул. Вот твари, а. Чтоб вам всем пусто было. Нет, я их сейчас наполню. Вон он, падла. Он сейчас стрельнет. А, снайпер. Ай! Мать его. Блин, ну вот а я в него стреляет. Ну что это такое за дурацкая привычка у них, по-моему? Я не могла в него попасть, там РПГшник был. А что, у тебя нет снайперки? У меня есть снайперка, но просто пока я буду целиться из нее, меня там жахнут. Так, давай там плюшки соберем где-то. Да заколебали вы показывать себя кучу. Должен открывать эти рычаги. Конь. И у меня конь. We're in trouble if the giant cocoon. Все, там больше нет ничего. Это какая Джун. Какая Джун? Ай, блин. Меня отвлекают эти вурдалаки, которые вплотную привет дерутся. Ну ты давай, короче, их тогда, а я постараюсь в этих в РПГшников, чтобы не жахнули. Хотя, блин, когда, знаешь, крутится эта хрень, очень тяжело попасть. Опа. До свидания. Тут вылупилась какая-то херня. Где РПГшник? Ах ты скотина. Да что ты делаешь, овца? Что стреляют? Так. Отпустим. А. Так, где они? Ты видишь? Ой, РПГшник. Прикрой. Блин. Прикрой меня, сейчас жахнут. Блин, угрохнуло. А про себя-то не помнил? Блин, снайпер.
А, еще снайпера не хватало, конечно. А, не целится в меня, он в меня целится. Бегай. Бегай. Теперь в меня тоже. Да блин. Что-то попал тут. Спины. Что-то их очень много, давай на другую платформу. Мне тут не нравится. Да какая хрен разница, они одинаковые. Блин, ну одна ниже, другая выше, может нам больше повезет на другую. Ну давай на ту. Ай, блин. Пропускай. А, симуляция хаоса. Нам бы симуляцию порядка замутить, а? Вот на эту туда пойдем, да? Мы ж на ним были, нет? Да я не знаю уже. Нет. Нет, нет, нет. Мы возвращались назад, а значит вот сейчас пойдем туда прямо. Прямо, иди прогоним этих. А там, вон, там где-то еще был этот... О, там нет. Что-то есть. Да нет, все уже. Ну ты разбил, а я не взяла. Тут вот что-то иди есть. Отсюда! Иди Ганат. Отсюда! Это моя корова, иди отсюда! Это мой рычаг, я за него буду дергать. Я пошел дергать, короче, где ты там? Я бегу. Давай, прогоняй этого Криса отсюда. Че? Шел вон отсюда. Пщель. Вон. Щенок. Вот это называется, знаешь, вы как, все равно как не садитесь, все в музыканта не годитесь. Мы лажать будем все равно при любых раскладах. Что ты думаешь? Да хрен. А сейчас вот прям сразу посыпутся, и нам все трындец просто сразу с первых секунд. Сейчас меня убьют. Тебя убьют. Фак. Что? Еее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 ee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 
Крылья ей нахрен отрывают. На, блин. Так. Фазер-мазер, блин. Твою мать. Сейчас меня. Это эти, а снайпера. Да я вижу, что а снайпера. Но то... А снайпера. А снайпера. Блин. Падла. Вставай. Вставай, я в тебя верю. А, да блин! Я не могу прицелиться в них, вот хоть убей. Да чё, хоть убей, они убивают. А ты, у тебя есть на снайпер патроны? Попробуй ты ему, уж у тебя лучше получится. Я пробую, но мне мешают те, кто в ближнем бою меня убивает. Нет, я снайпер сейчас убил. Потому что у нас никого... Сейчас... Я просто в него не попал, снайпер. На наши подъемники никого не было, было чисто. Я тебе говорю, я по нему просто не попал из снайперской. У нас с ним типа дуэль была. А, ну а я это, пыталась тоже, и ни хрена не получилось. Пять кони сплошные. Скукота. Так, щенок, вали отсюда. Иди гуляй. Лесом, полем. Ой, я думала, это Крис упал. Стоило бы, чтобы он упал. Власти! Власти! Ну на, блин. Well, I'll tell you this much. Can't say I've lacked for adventure working with you. Sorry. I know it's never been easy being my partner. But once we get out of here, all that's gonna change. Так, чё сейчас снайпера, да? Spare me the lecture, all right? We need to find a way out of here. Блин, 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 где я? А, сейчас спрыгну. Да блин. Один ушёл. Sorry, I don't want to think about that asshole or my father right now. I can worry about them if and when we get out of here. Твою сверху прям.
И меня, и меня. Тебя и снайперки. А, все, меня добили. Тебя и снайперки, а у меня из РПГ, блин. Я не вижу, откуда они появляются. Он прям сверху над тобой. Я вот только луч увидел, хотел тебе сказать, а он уже выстрелил. Толку-то, что у меня снайперская есть, эти патроны. А потом еще у меня, знаешь, спрашивают подписчики, а почему ты врезаешь половину боя? Там же это... Ну, типа, есть подозрение, что ты нечестно играешь, ты поменяешь уровень сложности и проходишь. Бредять начали. Ты бежал вот как, по другой траектории, так дольше получается. Надо сначала бежать к этому симулятору хаоса. И тогда бы тебе не пришлось что делать пришлось? Лишний круг. Мы же бежим-то на эту платформу. А, ну да. Ну вот, короче, люди не задумываются, что как бы очень много фейлов, и это очень на много времени может растянуться, и вся серия займет только то, что у тебя одни фейлы, блин. Да, на самом деле, все очень просто. Люди думают, что если ты играешь на хардкоре, то ты настолько крутой, что можешь... Профессионал. Да, что тебя никто не может походить, ну, там, или убить, или еще что-нибудь. Что ты бессмертный, ё-моё, Довахин. Я, конечно, Довахин. Ну, мы Довахин, да, но Довахин тоже умирает. Мочи. Мудакин. Ай-яй-яй. Лети отсюда. Птица божия. Так, все? Так, сейчас сверху откуда-то. Ага. Где? А. Ага. Да блин! А, сейчас меня. Да что ж такое-то? На! Блин, все уже. Так, превратился в бабочку. Вонючую бабочку. Ой, шухер. Шухер. Да шухер-то шухер. Просто гранатометчик. Ай. Ой, меня спасло то, что была типа каст-сцена. Есть. РПГшника надо жахнуть. А где он? А черт его знает, я ничего не вижу. Я кругами бегаю, чтобы не попали. Да чтоб тебя! А, ну... сверху кто-то. Нет, так не трогай сверху? Его. Сверху? Не трогай, не трогай. Так. Ну. У тебя ничего нету разве? Ну пожалуйста, пожалуйста. Это кого? Ты видел? Чего? У меня сейчас было, как будто кого-то из нас ранили. У меня было, как будто кого-то из нас излечили. Как будто кто-то съел плюшку. Слушай, а у меня ведь есть две зеленые травы. А хотя до подъема-то нам не надо было. Нет, это Крис удачи, как бы. С персом. Удачи вам, ребята. Go. Wait. Hey, we've got a job to finish. There is no way they can take that thing. We are not going back. But they're gonna get killed. Then that's their choice.
sacrifice they're willing to make, and we can't stop them. Jake! You know what? I'm not my father. I'm gonna make damn sure that it stays that way. We're getting out of here. And you're gonna save the world. You're right. Let's go. Сказал, как отрезал, блин. И они побежали. Отрезал, как сказал. Да вообще. Как отрезал, как сказал. А, ну это, да, это финальная должна быть боёвка. Так, у меня тут есть пулемётер. Так, дают много патронов, понятно. Дают много патронов. Я прям чувствую, что сейчас будет эпик трындец. Ты подожди, слушай, не убегай. Слушай, а тут где-то эмблема должна быть. Ну-ка, погоди. Там нету эмблемы? Внизу она должна быть. Нету здесь, да? Так. Нет. Значит, она дальше будет. Чё, у меня дробовик. А-а-а, я знаю, что сейчас будет. Всё. Да неужели? Да. Ну, пойдем. У нас там со временем как? Со временем? Ну, половина серии сделана. А то это надолго. Ну вот, а говоришь, быстро, быстро. Потому что это финальная битва. А-а-а. Че, опять с бензопилой сейчас? Нет. Вылезет. А-а-а. Ты сейчас приятно удивишься. Приятно? Да. Ну, ладно. Тебе понравится, я обещаю. Мне эта игра вообще очень нравится. Да. Я прям ее обожаю. Я заметила. Мы сейчас в разные стороны, небось, еще побежим. Сюрприз! Что все какое не это, не умирающий-то, а? Ну и рожа тебя шарап. Чё ты к себе привинтил опять? Грязный фетишист. Это гадость вообще, капец. Близко не подходить к ним. Вообще. Гоу-гоу, скилл бил, да? Матрица. Да тут весь... Всю игру матрица сплошная. Посмотри, что он делает. Все крушит, ломать. А зачем здесь нужна лава-то по трубам идущая? Блин, что за бред, а? Да черт его знает, разработчика спроси. Или что это? Металл расплавленный, я не знаю, зачем резервуары какие-то. Хрен его знает, что это такое, видишь? Я вот сюда побегу. А по-моему, ты правильно побежал, а я нет, ну да. Да два пути здесь по-любому. Ей! Я Нео, я избранный, нет? А, твою ж за ногу! Дун-дун-дун-дун-дун. Давай. Бегу, бегу. Помогай мне срочно. Срочно помогай. А то он нас догонит. Он уже. Помнишь, как он быстро? О! Ящики. Oh, чего? Бегай по кругу. По какому кругу? А, тут еще убегать можно куда-то. Да, ящики разбивай, тут где-то трава должна быть. Эмблема. Где? Он сзади. Ну класс. Племились. Я успела прыгнуть. Ну конечно. Блин, опять по башке, а где ты? От него убегать-то. Ну от него надо подальше просто как-то уйти. Лучше бы шут не брался. Блин, из-за этой красной хреноты ничего не вижу. Блин, я разбила. Давай я ко мне беги сюда. В него стрелять, пока эмблемку не разобьешь, лучше не стрелять, потому что потом уровень пройдет и все. И ты не сможешь уже ее разбить.
Ты знаешь, на самом деле эмблемы меня особо никогда не волновали. Ну, короче, смотри. Я не вижу. Просто если тебе нужно. В каком она месте-то? Вот, где я стою. Я его могу отвлечь пока. Ой, он сюда бежит. Отвлекла меня. Да уж. Я сейчас опять к нему спиной повернусь. Да он почему-то на тебя возбуждается. Ага, во. Эмблему разбил. Да. Он что, на бесконечном расстоянии? А как он достал? Он какой-то. Очень далеко был. Я говорю, ну что, на бесконечном расстоянии эту хрень делает? А ты эмблему разбил? Да. А, ну можно теперь не разбивать ее. Oh, crap! Just keeps on up in his game. Окей, а еще раз ее разбивать не надо? Не обязательно, если ты уже разбил. О, обоих, блин, зашибись. Красавцы, блин. Все? Да я уж вижу, что все. А почему тебя ты убил? Я ж лежал там. Конечно, он должен меня убивать. Мне статистика-то игровая не нужна. А я заметил, он всю игру, причем за Джейком охотится. Он этот... По-моему, ориентация другой просто. Гнусный гомосеченый. Стекай! Блин, я же увернулась. Ага. Не-не-не, не ходи сюда. Беги отсюда. Не иди к ящикам. Это было близко. Черт с ним, с ящиками. Блин, как далеко он эту шнягу пускает, а? Вообще. Мне кажется, с уровнем сложности он ее дальше пускает. Так, ну все, пора ему это. Пора его кончать. Он за тобой. Да как обычно. Я его тоже очень люблю. Нет, по-моему, он за мной. Too slow. Так, а у меня есть такая хорошая штука? О, есть. Чё? Ага. О, чё? Я привлёк твое внимание. Да. С ума сойти. Хочешь еще такую конфету? Лови. Эй, слышь, лошара. Лошара. О, как тебя бомбанул-то. Как тебя бомбанул? Пуканище. А, приворот. Давай, давай. Есть. Лошара, ой, сейчас тут вообще... Я целенаправленно стрелял в задницу. Тут вообще весело. Да? А, я прям смеюсь. Чё? Тут, видишь, ограниченное пространство. Тут вообще пиздец. А, и у меня... Ну, у нас, по-моему, была контрольная точка. Из чего мы отсюда начнем? Ах ты ж, блин! Да, здесь лава, аккуратно, главное не ступай. Скотина. О! Вломил таки. Блин, есть чем лечиться? Да. Беги срочно. Стой. Эй. А, уворачивайся как можешь.
еще. Блин, меня. Кого? Меня. Я не успела увернуться. Живи! А мне лечиться вообще нечем. Мне тоже уже нечем. Это были последние мои плюшки. Блин. Все. Я нажимаю уворачиваться, а у меня она не уворачивается. Ну почему-то через раз постоянно. Твою за ногу. Один раз всего, а? А он тебя в лаве как-то утопил. Закопал, блин. Да. Ну, конечно. Хрена он тебя швырнул, блин. Как он по мне скопал? Я бежал, блин. Идиотизм какой-то. Решил меня утопить. Да, для разнообразия, видимо. Ага. Думаю, чё это я все убиваю этого? Джейка. Да. Потому что он рыжий, я поняла. Кто рыжий? Джейк, он рыжий. А я думал, наш враг. Нет, Джейк рыжий. Ну, мне достается, потому что играю-то я за... Я-то за блондин, но я-то рыжая. У тебя герой рыжий, поэтому ты огребаешь, а у меня... Я рыжий, поэтому я огребаю. Тебе бы лишь бы нашу лажу оправдать, а? Так скажи, играть ни хрена не умеем. Ну давай. Да что, как нам? Уже на опережение, что ли? Ай, как же заколебал он. Как же он задрал. Это ж пипец. Круга-ля сейчас, нет? Смотри, кто он замахивается одинаково, и на тот, и на другой удар скотина. Должна же быть в нем загадка. Да. Изюминка. Да, да, да. Ага. Ну красота же, ну. У меня сейчас. Ну, свинья. Ты прикинь, мы еще и выжили. Вот это лол. Чё-то уж совсем нереально. Стой. Нет, мы еще покувыркаемся. Мы с тобой еще побрыкаемся. Я мы не хочу с ним кувыркаться. Эти ухо из трубача. О, мне накернил. Нет, мы еще побрыкаемся. Не, он сейчас нас сожгет. Все. Говна кусок. Шерри! Мы хотим жить! Блин. Так, ты кусок операционной системы Windows Vista. Хватит нас мурыжить уже. Витиевато я его говном назвал, да? Ой. Хватит махать своей шнягой. Своей шнягой хватит махать. Заля. Ну чё,
еще что-то придумал? Нет, ничего умного не придумал, да? Так, ну. И что там? Ага, опять крутить. Ага. Холохуп! Ты очень холохуп, мужик. А что у тебя в этих... Гранатомёдера не осталось, да? Нет, все уже. Оу! Вот это он мне зарядил, а. Вот это прямо в нос было. Падла, блин. Падла, блин, да. Падла, блин, да. Да что ты? Ну. Бей. А, ударил. Сам просил. Ну да, допросился. А, тяжело быть идиотом. Ага. Ты видел? Давай, потому давай, что я на клавиатуре с мышкой, между прочим, играю. Я ж тебе говорю, сейчас возьму и мы пройдем. Так и вышло. А ты сомневался. Ну и что? Будни Терминатора? О, удачи тебе с ним. Дай я тебя голыми руками. Ну давай. Ты лошары, ну. У меня тоже пистолет нету. Ну это так, чтобы тебе... Че? Чтоб тебе было более это... ДНР! Бей его, бей. Кунг-фу в детском саду. Так, сейчас я тебе буду помогать. Веди его, короче, под эти хрени. А, так, вот еще пни туда куда-нибудь. Так, запустить контейнер. Давай, контейнер. Да. А, что там такое? Нет. Почему он куда-то ушел в другую сторону контейнера? Ну, давай. Оба, есть. Попало. Бей его. Мне его просто бить надо или что? Ну тебе его там мочкать надо, да. Мне контейнеры. О, аккуратнее. Оба, есть, попало. Вот на серединке, если ты его будешь держать, будет отлично. Ну, вообще-то, как тебе будет лучше, смотри. Мне что-то... Блин, мимо. Ушел мимо контейнера. О, бей его, там кнопочки нажимать надо, а, давай. Да, отчаянно. Да куплю, давай. Не успел. Или успел? Нет, не успел. Ой, он тебя сварил. Надо слишком быстро нажимать кнопку А. Долби со всей силы. Блин, жалко, конечно, что я не, с геймпада не смогла бы, ну, там, вот, на предыдущем, где мы его жмурили. Я так хотела, ну ладно. Thanks. Так быстро мелькает, я не понимаю, что мне надо сделать. Тебе там кнопки надо нажимать просто. А я его достать не могу, там, контейнера. Вот опять. А, я вообще не туда, не ушел.
Я его там не достаю. Что такое? Есть, попало. Мне показывают, как ты его убьёшь. Крупным планом. А тебе показывают, когда его контейнер забью? Немножечко назад отойди. Да что ж такое? Да чтоб тебя. Давай, есть, попало. То есть тебе не показывает, что он шатается, нет? Он показывает, что шатается, но я не понимаю, что... Это я его ящиком, когда он шатается. Красавчик. Да вообще. Джей, красавчик. Оба, нихрена, нокаут. Черный пояс, половик кирпич. Ага. Он палец большой поднимет, нет? Нет, я подниму. Никто этого не увидит. Он купается. Ой. Да ладно, ну вот, блин. Я ждал, что он будет медленно гореть и мучиться, скотина такая. Попортил он нам кровь. Убираемся отсюда! А что было бы, если бы вот один из путей, по которым они сюда, вот они разделились, да, и один из путей не вел бы на свободу? Да, черт его знает. И из них помер бы нормально, да? Ну, это же игра. Шигра. Разработчики же все продумали. Тук-тук. Я твой друг. В этой игре умирает только Пирс. Бедный несчастный мальчик. Надо было больше жертв. Вот не Мартин эту игру делал. Я разбил эмблемку. Я тоже. Куда ты, блин, меня жопой оттолкнул? А чем еще тебя толкать? Я не знаю, не жопой. Хочешь, через бедро брошу? Нет. Че, еще не все, что ли? Ну вот, сейчас будет все. Почти. А че не могу? А, тупо. А, вот все. Ух ты. Скоростная железная дорога. Не, геймпад так вибрирует, что он мне сейчас из рук выскочит. Да уж. Угадайте, кто? Опять ты. Смотри, он весь горит и все равно еще подлезет. Посмотри. Слющий Гаврила, ты не сюда пришел. Он должен уже сгореть давно. Представляешь, ни в воде никто, ни в лаве не горит, блин. Давай. Ну что остановилось-то, блин? Я никогда еще не умирала на этом моменте. Давай. Я никогда не умирала на этом моменте. Не надо. Все когда-то бывает в первый раз, да? Карабкаемся, товарищи. Не хотим умирать. Ты ведь не хочешь умирать? Нет. У меня чего-то тоже настроения нет. А вот смотри, рулон туалетной бумаги. Я думаю, ему этого хватит. Нет, наверное, мало все-таки. Я опять первый! Посмотри, падла какая. Получил. Ты, блин, а? Ты смотри, какая падла. Да вообще, ну, слушай, какая гора шашлыка, если мы отсюда живыми выберемся, а? Да вообще. Даже можно будет мясо вообще не покупать. О,
Muscle Furman! Сейчас, наверное, Иксанов будет нажимать. Это человек горячий. Посмотри, из него посыпалось оружие, ты видел наше? Ты видел? Да. Вообще лол. Сейчас надо будет на скорость даже сейчас что-нибудь будет стрелять. На Б, наверное, потом Икса. Ну, Икс плюс А, наверное. Или просто А. Там, короче, сейчас нажимать не будет. Или Б просто. Ну, стрелять я, типа, буду, по-моему, или нет. Я ничего не знаю. Ну да, стрелять я буду. РТ надо было нажимать. А у меня Б. А у меня РТ. Ну, правильно, я же, у меня же в руке он, а ты просто мою руку держишь. Ну, персонаж. Сердечко. А вот сейчас... Всё, сломался. А, ну он догорел уже. Наконец. Он еще и лопнул с брызгами. Ну вообще шикарно. Всё, можешь играть, Дима. Мы это сделали! Ура! You know that, don't you? Ну? Попком, блин, засранцы, а? Такие бруталы, да, блин? Ура, блин, аллилуйя! Аллилуйя! А, это был самый, наверное, пока сложный босс из всех, которые были. Ну да. Дольше всего мы с ним ковырялись. Даже дольше, чем с предыдущим, как вот там, который человечек-то этот, черепушка. А, ну да. Муха вообще как-то быстро у нас, да, был вот за Леона? Муха? Да не, муха вообще он нет. Не кошерный совсем. Да вообще он какой-то лошара, блин. Вообще. Ну там что-то... Пара дублей, что ли, была? Ну да. А вот с этим вот, который в лаве, это просто капец какой-то. Вы не представляете, сколько там было дублей и ненависти. Ненависти! Жесть, вообще, сколько мы... Мы сломали 8 геймпадов. Вообще. Каждый. Пока я не взяла клавиатуру с мышкой в руки. Ты же ее не взяла. Взяла. Все-таки взяла? Взяла, и мы прошли. Я же тебе сказала, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Ну, а если бы не взяла, мы бы так и колупались бы до сих пор. Ну, не факт. А тут будет какое-нибудь секретное видео? Да, тут в конце будет видео, как и во всех, в принципе, этих. Так, ну и, значит, вот, очередную кампанию мы прошли, у нас, по-моему, остается только кампания за Аду, да? Ну, я правильно? Да. Естественно, за Аду буду играть я, да? Ну, понятное дело, зашибись, ну, мне самое тяжелое, да. Хотела хардкора, получай. Нет, ну, мы можем поменяться, но у нас с тобой вроде как логичным образом всегда роли-то были распределены. Ну да, кроме той роли, когда я за Пирс играла. Он тебе нравился, признайся, вот и все. Ну вот, да. Да поэтому мне... было логично, что ты за него играешь. Мне, в принципе, нравятся все персонажи в этой игре. Ну, вот именно главные герои, да? Ну, играбельные нами. Вот, так что очередная веха в прохождении этой, по-моему, уже бесконечной какой-то игры у нас с вами вот наступило, прохождение очередной кампании. Да, конечно, мы пройдем обязательно еще следующую и добьем-таки эту игру, если Capcom на мою голову не выпустит еще внезапно дополнений. Нет, уже навряд ли выпустят, я думаю, что... Знаешь, как и вот только седьмая часть. Через сколько лет? Через 2 года вышло дополнение, да? Reaper of Souls. Ну, на пятую-то не выпускают обновление. Ну, на пятую уж совсем слишком поздно, а шестая все-таки крайняя. Седьмой-то еще нет, ха-ха-ха. Пока нету, да. Вот. В общем, да. И на этом мы, значит, конечно же, с вами прощаемся. Спасибо всем, кто смотрел и терпел, в смысле, поддерживал нас. Ждите следующих серий, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока. Песня классная. А как пропустить-то? Я сейчас пропущу, песню слушаю. Жми кнопку. Жми кнопку. Уже.
Гигантский самолет без текстур. Jake Wesker's blood sample was handed over to the UN's leading researchers, along with 6 months worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, BSAA officials classified his relationship to Albert Wesker as top secret, recognizing the threat it could pose to global security. Обоим по троечке. Фух.